Вы кто? Рик Хендерсон, Первая газета. Он ждет вас. Проходите. Рик Хендерсон, я давно ждал этой встречи. Я тоже, мистер Александр. Обойдемся без церемоний. Для вас я Джек. Рик. Располагайтесь поудобнее, Рик. Я буду через минуту. Обожаю ваши статьи. Настоящая журналистика. Польщен? Думаю, стоит начать с вашего мнения о нападении на Белый дом, обсудить ваше пребывание на посту директора ФБР, планы на пенсию... Рик! И если вы желаете, поговорить о политике. Рик! Вы уж простите, но интервью обо мне — прикрытие для более горячей истории. Извините, что выманил вас сюда под ложным предлогом, но я опасаюсь утечек. Я что-то не понимаю. Не волнуйтесь, это история века. Получая по баксу каждый раз, когда слышу... Выслушайте, прошу. Это началось пару лет назад. Мое внимание привлекло происшествие на одном из виноградников в Чили. Этой семейной фирмой управляли Фернандо Дель Гадо и его сын Мануэль. Уважаемые работящие люди. Откройте папку.
¿Estás bien, amigo?